Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я вам покажу, как играть в абсолютно любую игру на компьютере, контроллером, неважно, Xbox или контроллер PlayStation 3. В общем, думаю, вы все бы хотели испытать эти возможности поиграть, как на приставке. Ладно. Чтобы вам это сделать, потребуется скачать программу вот эту, DS3 Tool. Когда вы ее скачаете, это как бы будет ваш драйвер. Заходим в нее. Некоторые глюки у нас были, но ничего страшного. Так вот, когда вы присоедините ваш контроллер, у вас должно появиться DualShock 3 Six Axis. Ну вот у меня Six Axis, и поэтому. Так, потом вы кликаете на Driver Manager. Нажимаем на да, естественно. Разрешаем доступ. И должен тут появиться драйвер. Вот, да. Кликаем и нажимаем Load Driver. Ну, он у меня скачан. Так что мы обратно заходим в Profiles. Кликаем на Options. И нажимаем Default. И Save Changes. Потом закрываем программу, она нам больше не потребуется. Заходим в программу Xpadder. Так, русский язык. Все. Кликаем на новый. Для работы, для удобной работы с этой программой можно и поставить картинку. Где же тут картинка? Вот. Вот картинка PlayStation 3 контроллера. Дальше жмем на вкладку стики. Нажимаем включить. И жмите стик влево. Сейчас я возьму контроллер. Блин, я не нажал. Еще раз. Стик влево, стик вверх. Все. И ставим его на левый стик. Дальше нажимаем включить правый стик. И делаем то же самое. Ставим на правую часть. Дальше заходим в крестовина. Да, крестовина. Нажимаем включить. И жмите крестовина вверх. Вверх, вниз, лево, право. Ставим сюда. Дальше кнопки. Нажимаем на треугольник. Вот у нас появился треугольник. Нажимаем на круг. Появляется круг. Располагаем все в таком порядке. Дальше куб. Ставим. Ну и крест. Можно и все остальные кнопки. Вот, допустим, L1 тоже. Вот она. L2. Это все можно сделать и без картинки. Так, дальше L2 и R2. Можно и старт. Тоже это можно сделать как меню. Ну вот, наши кнопки готовы. Триггеры вы можете не трогать. Дальше. Закрываем. И вот у нас появляется вот такой вот. И мы должны назначить все кнопки, которые мы поставили. Но я буду назначать для игры Minecraft, думаю, вы ее знаете. Так, вот это у нас будут контроллер движения. То есть WASD. Сделали. А вот это у нас будет камера. Так, значит, вот это будет вверх. Вот это будет вправо. Влево. И вниз. Все. Теперь вот эту можно поставить как на левый клик. А вот эту можно поставить как на правый клик. Дальше. Вот это можно поставить как инвентарь. Эту можно поставить как на выкинуть вещь. Допустим, я не знаю. А, да, кстати, надо еще кое-что сделать. Нажимаем, вот сюда нажимаем, нажимаем кнопки и кликаем на L3. Это мне так будет удобнее. Вот сюда вот. Это я приседать, типа. Ну, не приседать, ходить медленно. На Shift. Итак. Эти можно назначить как... Ой, нет, извините. Вот эти можно назначить как колесико в разные стороны. Вот так вот, вот это, а вот это вот сюда. Все идеально.
Ой, нет, наоборот. Блин, не идеально все. Вот так. Эту можно поставить как на Tab. Вот эту можно поставить как на, допустим, F5. Вот это будет у нас F2. Это сделать скриншот. Вот это будет прыжок. Вот это я пока не знаю, что сделать. Вот это будет... Что это будет? Да ладно, пока ничего. И нажимаем сохранить как. И сохраняем. Ну, можно как бы пробная версия. Просто не сохранять, просто двигать. Вот я сейчас буду... Вот, двигаю контроллером. Как видите, он двигается очень медленно. Но зато все кнопки, которые вы назначили, он работает, в принципе. Но писать вы должны клавиатурой. Ну а с вами был Алекс. Спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте. И спасибо за просмотр. Пока.